Доброе утро, уважаемые трейдеры и всем, кто следит за финансовыми рынками. Сегодня 6 октября, понедельник. Как обычно, в нашем кратком утреннем обзоре мы осветим ключевые события прошедшей торговой сессии по основным валютным парам и нефти марки Brent, а также постараемся определить направление их движения на предстоящих торгах. Начинаем наш обзор с анализа динамики пары американская валюта – российский рубль. В торговую сессию пятницы российская валюта обновила абсолютный минимум против американского доллара после выхода сильной трудовой статистики США. Начав сессию с отметки 39.58, рубль неизменно терял позиции в течение дня, завершив торги на уровне 39.90. До публикации американских данных рубль также торговался в минус по ряду причин. Во-первых, сыграло завершение налогового периода. Во-вторых, низкие цены на нефть. А в-третьих, локальный дефицит валюты из-за ряда ограничений со стороны Запада в условиях необходимости уплаты внешних займов. Также в пятницу Центробанк России минимум дважды сдвигал плавающий валютный коридор на 5 копеек, продавая валюту в неограниченных объемах. Полосы Боллинджера показывают расширение границ волатильности. В свою очередь, гистограмма МАКД намекает о перекупленности пары доллар-рубль. Скользящие средние индикаторы Альгейтер уверенно движутся вверх, отражая силу сформированного движения. А сегодня Центробанк России опубликует данные о сдвиге коридора, а завтра о пятничных интервенциях. Обострение кризиса на востоке Украины грозит возможностью введения очередных санкций против России, что, очевидно, негативно скажется на позициях российской валюты, однако сегодня не стоит ожидать повышенной динамики со стороны рубля. Таким образом, вероятнее всего, мы будем наблюдать движение пары в сторону отметки 40.15 или ее консолидацию. Далее по евро. В пятницу евро ощутил сильнейший удар от выхода данных по занятости США в сентябре, значительно ослабев против американского доллара. Сессию пары евро-доллара начала с отметки 1.2667, растеряв по итогу дня 156 пунктов. Наибольшие потери пара понесла после того, как стало известно, что количество созданных рабочих мест США выросло на 248 тысяч, превысив прогнозное значение в 215. Далее эстафету поддержал индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который составил 58,6 при прогнозе 58,5. Очевидно, что теперь быки чувствуют себя неуверенно, что позволяет говорить о повышении интереса к продаже пары на росте. А полярное расхождение в политике ЕЦБ и ФРС только усугубляет ситуацию для евро на фоне укрепления экономики США. Такими темпами движение к отметке 1.22 в течение нескольких недель стало вполне реальным. Полосы Боллинджера предвещают умеренную волатильность на предстоящих торгах, а 5- и 8-периодные скользящие средние индикаторы Alligator сближаются друг к другу, указывая на возможную консолидацию. В свою очередь, движение гистограммы МАКД со смоллинией дает поводы говорить о возможной коррекции пары евро-доллара. Однако медвежье настроение по евро сохраняется, и вероятнее всего мы будем наблюдать движение в сторону отметки 1.2495. Теперь по нефти. На торгах в пятницу цена на черное золото не поддержала восходящее движение четверга, потеряв больше 1 доллара по итогам дня. Начав сессию с отметки 93 доллара 59 центов и несмотря на утренний рост, нефть марки Brent продолжила нисходящее движение, обновив многомесячные минимумы и завершив день на уровне 92.12. Сильная пятничная статистика в США поддержала доллар, тем самым не позволив расти ценам на сырье. На Ближнем Востоке сохраняются риски, где исламское государство контролируют значительные территории Ирака и Сирии, а парламент Турции одобрил военную операцию против него. На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 1 363 тысячи баррелей, однако это не оказало существенную поддержку ценам. По мнению некоторых инвесторов, воспрепятствовать дальнейшему снижению цен на нефть может лишь снижение ее добычи в ОПЕК. Пока что у участников нет единого мнения по этому вопросу, однако уже в ноябре организация обсудит размер квот на добычу черного золота. Полосы Боллинджера сохраняют высокий уровень волатильности, а гистограмма МАКД совместно со смоллинией указывают на возможную коррекцию. Скользящий средний индикатор Alligator продолжает нисходящее движение, однако возможно замедление падения цены, но в итоге, вероятнее всего, мы будем наблюдать снижение стоимости Brent в сторону отметки 90 долларов за баррель. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. Желаю всем прибыльных сделок и до свидания.